Пожалуйста, тебе это не понравится, но ты переходишь в обычную вышгородскую школу. Страх вообще уже потеряла! Доча, Зуня, Доча, что с твоей курткой? Лиз, а с тобой прикольно. С тобой тоже. Ну что, мир? Мы не ожидали от тебя такого, Лиза. Что там, что там? Я прошла во второй тур, и меня приглашают в четверг, я так рада! Круто, поздравляю. Это сюрприз. Пошли, тебе понравилось. Давай как-нибудь в другой раз. Нет. А то что? Макс, ну ты, я так понимаю, не особо горюешь из-за того, что Влада уехала. Что вы пристали со своей Владой? Я ее даже ни разу в глаза и не видел. Как не видел? Вы что, не встречаетесь? Да, что-то с тобой не так, что-то случилось? В смысле? Не знаю, ты обычно какая-то более энергичная. Что все? Ты становишься одной из нас. Прогульщицей и хулиганкой. Как любят наврать учителя. Но после того, как моих родителей вызвали в школу, они хотят отправить меня обратно на домашнее обучение. Да ладно. Жаль, что твой план провалился. Лизу таки перевели на домашнее обучение? Не знаю. Она на звонки не отвечает, ничего не пишет. Ну а вы как думали? Я бы на месте Лизы вообще бы никого не хотела видеть, не слышать, не отвечала бы вообще на звонки. Ну да, и в школе ее давно не было. И что? Вон Димы тоже давно в школе не было. Но меня родители никуда не собирались переводить. Лиза тут оставила свою сменную форму, и если она до сих пор ее не забрала, то скорее всего, что она еще придет. Дай угадаю, так в гороскопе написано. Отстань. О, я же говорила! Влада, что ты здесь делаешь? Влада, тебя разве не перевели в другую школу? Перевели, потом обратно вернули. И как тебе в той школе, как класс? А немного вопросов. Теперь ты будешь с нами учиться? Как ты тут оказалась? Влад, это ты? Тебя не подменили? Точно, пришельцы украли. Да, Влада, мы тебя раскусили. Вам что, заняться нечем или что? Хватит вопросов. Ребята, у меня для вас новость. С этого дня у нас будет еще один... Не буду говорить, что новенький, так как вы все знаете этого человека. Я же говорила, что она придет. Значит, правда пишет в твоих гороскопах. Заходи. О, Олег! 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 Олег. Олег. О, Господи! Я тоже рад вас видеть. У вас класс намного дружелюбней, поэтому окончательно решил прийти к вам. Кто бы сомневался. Помнится, мне Лиза разрешила сесть на ее место. Я бы так не спешила на твоем месте. Я же знала, говорила вам. Лиза, а где ты была всю неделю? Почему ты нам ничего не сказала? Я просто заболела и решила сделать вам сюрприз. Сюрприз удался? И где мне теперь сидеть? О, Лиза, привет, садись ко мне. Нам нужно кое-что обсудить. Ребята, у меня есть для вас еще один сюрприз. Знакомьтесь, это Карина, моя лучшая подруга. Теперь она будет учиться с нами. Привет. 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 Ну ладно, тогда я сяду к Ладе. Прекрасно. Отлично. Садись тогда сюда, я сейчас подойду. Влада, ну пойми, она моя подруга, я хочу помочь ей освоиться. А на перемене мы можем обсудить все, что ты захочешь. Ну вот и сиди со своей Кариночкой, она же твоя подруга. Ну, Влада. Все, иди. Ну все, вставай. В смысле? Я тут сидел. Мне все равно, то, что ты здесь сидел. Я сижу с Кариной, со своей лучшей подругой. На моем месте сидит Остап. Мне все равно, просто встань с моего места. Я сейчас в нос дам. Успокойтесь, нашли из-за чего ругаться. Я знаю, что мы можем сделать. Только не это. Я уже боюсь таких фраз. Особенно, когда это говорит учитель. Влад, слушай, что сегодня с тобой такое? Можешь тебе чем-то помочь? Что-то случилось? Со мной случилось? Ничего не случилось. Ну, ты не такая, как обычно. Может, что-то произошло? Не думаю. Как тебе та школа? Скучаешь за одноклассниками? Да, именно. Скучаю за друзьями.
страшно, как могло быть. Ага. Скоро день Святого Валентина, и поэтому мы с вами вот что сделаем. Что это за бред? Детский сад или что? Давайте просто уйдем с урока и все. Сейчас каждый из вас возьмет валентинку и напишет пару приятных слов кому-то противоположного пола. Потом мы это все бросим в коробку, а 14 февраля достанем и посмотрим. У кого совпадет пара, тот получит главный приз. Если честно, глупость какая-то. Лучше бы урок дополнительный сделали. Сделай нам одолжение, напиши пару слов. Ладно. Просто посмотри, какой Герман здесь милый. Жду не дождусь, когда я с ним познакомлюсь. Не дождешься. Карина, я понимаю, ты новенькая, но, может, ты тоже напишешь пару слов? Да, это отличная идея. Кому-то ты так много пишешь? Неважно. В смысле неважно? Это секрет. Так будет намного интересней. Извините, а можно я сегодня на минут 5 раньше уйду? Мне надо контрольную по географии дописать. Все, всем пока, ребята. Пока, пока. Извините за опоздание, мне надо было к расчетам такая очередь. О, как они похожи. А вы случайно не близняшки? А это еще что такое? Ты кто такая? Меня зовут Яна, приятно познакомиться. Я так не думаю. Ребята, это новенькая Яна, она будет учиться с нами. Помогите ей, пожалуйста, освоиться. На следующий урок обязательно прочитайте Ромео и Джульетту, кто еще не прочитал. Читаем полностью. И сюда, пожалуйста, свои валентинки бросайте. Яна, вы так с Владой похожи, капец. Не то слово, вы случайно не сестры? Влада, это та милая девочка, которая выбежала перед моим приходом? Нет, к счастью, мы не родственники. Не то слово, повезло еще как. Это ты на что намекаешь? Не твоего ума дело. Ну уж нет, ты еще пожалеешь. Я поменяла 5 школ, и таких, как ты, я быстро могу поставить на место. Успокойтесь! Не хватало, чтобы девочки тут дрались. Да только начинается разгар самого интересного. Так что, ребят, смотрим и наслаждаемся моментом. Ага, делать мне больше нечего. Влада, пошли куда-то сегодня развеемся, а то ты какая-то совсем не в духе. Угу, конечно, иди со своей Кариночкой. Ну, Влада, ну что ты как маленькая? А я-то тут при чем? Не обращай внимания. Лиз, какие у тебя на сегодня планы? Может быть, на пиццу? И Германа позовем? В смысле, зачем? Ну, чтобы я там с ним познакомилась. Он сегодня занят, а познакомимся завтра в школе. Хорошо, так будет намного лучше. Лиз, ты идешь? Да, иду. Понял. Так у меня слов мало. Нет, тут просто должен быть такой аппаратом. Вы что наделали? Что наделали, то исправим. Подумаешь, проблема. Что тут интересно? Вы что, вообще не читаете? Так, не мешай. Мы просто посмотрим, кто кому написал. Да не трогайте, сложите все. Не вздумайте читать, а то пожалеете. Валентинка, ну, ладно. Герман, как только я тебя увидела, неразборчивый почерк. Лиза, моя подруга, но ты мне нравишься. Карина, ого, вот это капец.